Любительские кадры задержания в столичном метро, которые вызвали общественный резонанс, пояснили в милиции. Видео в сети, как это обычно бывает, сопровождали комментарии, которые заочно обвиняли сотрудников правоохранительных органов. Некоторые пользователи даже сочувствовали юноше, который оказался героем этого документального кино. Сегодня милиция опубликовала видео с камер наблюдения в подземке, и причина задержания пассажира стала очевидной. Вот тот же 19-летний юноша. Вряд ли такое поведение можно назвать адекватным. Пассажир подныривает под заграждение, сбивает с ног случайных прохожих, а позже, когда дебошира попытались вывести со станции, он сломал нос милиционеру. Совместно с сотрудниками службы безопасности метрополитена молодого человека удалось доставить в комнату милиции. Затем он был доставлен в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи, где ему установили диагноз алкогольное отравление. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса насилия либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции. Максимальное наказание по указанной статье – это лишение свободы вплоть до 6 лет. Невзирая на юный возраст, биография задержанного далека от идеальной. Он уже неоднократно привлекался к ответственности за хулиганство и хищение, а также распитие спиртного в общественном месте.